Облик города из окна автобуса. Именно так складывается о курорте первое впечатление у его гостей. Поэтому комиссия приняла решение по главным улицам Сочи не только пройти, но и проехать. У всех желание сделать город красивее, украсить его. Все понимают требования. Но, конечно, есть улицы, которые не совсем сейчас адекватно представляют новогоднее оформление. В этом году требования к оформлению Сочи изменились. По задумке авторов предновогодней концепции, к примеру, коммерческие предприятия должны быть украшены не только внутри, но и снаружи. Их владельцам рекомендовано применить ветки искусственной ели и сосны, а также шары синего, красного или белого цветов. Что такое входная? Вот видишь, вот человек ходит. Вот хотя бы вот это должно быть. Вместо вот этой водки стоять, да. Или там елка должна быть наряжена. Или гирлянда. Или гирлянда красивая, понимаете? Часть коммерсантов прислушалась к рекомендациям города по оформлению, но пока не изменят отношение к празднику все собственники торговых объектов, создается впечатление незаконченной картины. Из-за этого даже главный символ предстоящего Нового года, установленный на главной прогулочной аллее курорта, смотрится одиноко, подчеркнул мэр. Аналогичная ситуация и в Адлерском районе. Даже торговые центры сэкономили на украшениях. Хочу сказать, что наши объекты, учреждения культуры, здравоохранения, образования, они в этом году вообще оформились красиво. И чего не скажешь, конечно, о коммерческих объектах. Почему? Не знаю. Наверное, уже у наших учителей и врачей пришло понимание того, что праздник – это важно. И этот праздник мы должны создавать сами, для себя. Предприниматели пока рассуждают, наверное, по-другому. А вот торговые ряды Адлерского рынка, наоборот, уже создают праздничную атмосферу. Прилавки с богатым разнообразием мяса, рыбы, овощей и фруктов украшены в соответствии с концепцией. Правда, вот цены, считает мэр, пока не праздничные. Самое время делать предновогодние скидки. Ну вот смотрите, там мы проходим, рыбка без копчения 200. 350. Скоптили уже 500. Вес теряет. Ну, да. Наполовину, пожалуйста. Ну, напишите тогда 300, и будет нормально. А вот сочинские клумбы образца «Зима 2016» – особая гордость озеленителей. Большая часть композиции уже обрела завершенный вид. Цветам осталось набраться сил, и если погода не подведет, то к предстоящему празднику курорт получит яркий подарок. Окончательную картину новогоднего убранства Сочи потребовал глава города. Жители южной столицы и гости, а их на праздник приедет свыше 100 тысяч человек, должны увидеть уже 26 декабря. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Ну не вот так вот, глянь. Что это?